Привет! Мы сегодня будем делать фигурки. У нас такие есть ленточки. Я купила в школе. И мы будем фигурки вот такие делать. Я дома сделала. Попробуем. Вот берем любой цвет. Ленточки у меня разные есть. И у нас есть еще... Сейчас покажу. Вот такие фигурки, какие можно сделать. И я сделала все дырочки. Беру... Я сделаю красный. Уберу ленточку и вот так закручу. Я как обычно. Так сократили, и теперь опускаем. И теперь в другую сторону. Теперь вот так берем и делаем. Вообще, если я отпущу, так вот. Вот такое у меня сердечко получается. Теперь мы вот в эти краешки наклеим. Помню сердечко. Ой. Закрываем клей, чтобы не высохло. Вот такое получилось у нас. Ну, эти фигурки, какие я дома сделала, мы потом их откроем. Знаешь, такая картонка, можно на ней что-то сделать или приклеить вот такие фигурки. Сейчас я один попробую. Мажем сюда.
так у меня получилось. Теперь я попробую еще один. И эту сторонку я сделаю. Как какую сниму? Я сделаю вот. Спираль. Ну, давайте начнем. Я возьму... У нас здесь еще черный, но я возьму синий. То же самое, как сердечко закрою. Только вот. После ленточка сильно длинная, чуть-чуть может. Как она вышла? И тоже тоже тоже. Я так начал, что так. Так у меня получилось. Ну давайте, всем пока-пока!